В истории искусства Леонардески – это обобщающее наименование последователей, учеников и подражателей, которые работали с Леонардо да Винчи или под его влиянием. Ну и, конечно, желательно отличать его помощников от подражателей или переписчиков. Более чем 1500 таких произведений связано с влиянием Леонардо. Художник Франческо Мельци был одним из его учеников. Этим последователям удавалось настолько хорошо копировать манеру да Винчи, что часто произведения художника не могли отличить от работ учеников. Этому способствовало и то, что Леонардо сам часто забрасывал неоконченные картины, и дописывать их брались его ученики. Впрочем, критики отмечают, что последователям удавалось копировать лишь манеру да Винчи, но не его уникальный стиль. Среди самых известных леонардесков – ближайшие ученики Леонардо. Франческо Мельци и Джованни Пальтрафио. Также в их числе Чезаре де Сесто, Джампетрино, Филиппо Наполитано и другие. Франческо Мельци был знаком с Леонардо еще с детства. В 1506 году 15-летним юношей поступил в мастерскую Леонардо, сопровождал учителя в Риме в 1513 и Париже в 1517. В этой поездке Леонардо сопровождал и кардинал Луиджи Арагонский. По его воспоминаниям, Леонардо, седовласый старик, уже не мог работать из-за паралича руки, а его миланский ученик, им мог быть только Мельци, писал под руководством Леонардо так хорошо, что его работу нельзя было отличить от кисти великого учителя. Леонардо гордился мастерством своего ученика и вместе с ним создал несколько полотен. Некоторые полотна, приписывавшиеся ранее Леонардо, сейчас считаются работами Мельци. Например, знаменитая «Флора из Эрмитажа». После смерти своего наставника 2 мая 1519 года Мельци остался его наследником в соответствии с завещанием от 25 апреля 1519 года. Как следует из записей слуги Леонардо Батиста де Виланис от 10 августа 1519 года. До своего возвращения в Италию Франческо Мельци еще некоторое время состоял на службе у короля Франции. В Италии наследник Леонардо вернулся знаменитым и получил приглашение ко двору герцога Альфонсо Д'Эсте. Будучи состоятельным человеком, Мельци писал не очень много. Спорным является авторство поздней картины Мельци «Портрет молодого человека с попугаем», который имеет мало общего с творчеством Леонардо и больше напоминает римскую школу Рафаэля. Мельци занимался обслуживанием и содержанием наследия Леонардо да Винчи. Он издал записи Леонардо о живописи в книге под названием «Тратато де ла Питтура». Мельци умер приблизительно в 1570 году почтенным господином в своем фамильном имении Вамприо Дада. Наследники Франческо Мельци быстро распродали наследие Леонардо, которое он так берег. Часть наследия великого Леонардо была из-за этого навсегда утеряна. Эрмитажная флора до середины XIX века приписывалась Леонардо да Винчи. Затем ее приписывали разным ученикам великого мастера – Бернардино Луини, Джампетрино, Андреа Саларио. В 1899 году Андрей Иванович Сомов включил ее в каталог музея как работу итальянского художника Франческо Мельци. На сравнительно небольшой доске Франческо Мельци изобразил богиню весеннего цветения и покровительницу растений Флору. Этот образ популярный в классической древности заимствовали художники эпохи Возрождения.
В античной мифологии Флора – супруга бога западного ветра Зефира и мать всех растений, которая питает и дает жизнь, и потому изображена с обнаженной грудью. На картине молодая женщина сидит в гроте в окружении папоротников и плюща. В складках ее одежды видны жасмин и аниум. Грациозно повернув голову, Флора рассматривает в левой руке цветок аквилегию или коломбину, цветок, олицетворяющий плодородие. И случайно картина имеет второе название – коломбина. Камни таинственного грота, в котором она находится, покрыты разнообразными травами и цветами. Все растения на картине Франческо Мельци имеют символическое значение. Например, аквилегия – символ плодородия, жасмин олицетворяет чистоту, а цветы анемоны по-гречески означают ветер. Это указывает на связь Флоры с богом западного ветра Зефиром. Согласно древнему мифу, Флора была замужем за ним. Зефир, влюбленный в нимфу Хлою, превратил ее в богиню Флору, покровительницу растений. В XIX веке произведение Мельце было переведено с первоначальной деревянной основы на холст. И хотя техническое состояние картины не вызывало опасений, и до реставрации авторская живопись была скрыта под толстым слоем разновременных, сильно пожелтевших, местами помутневших лаков, что значительно искажало представление о колорите и нарушало цветовую гармонию композиции. Раскрытие картины от поздних наслоений обнаружило хорошо сохранившуюся авторскую живопись, лишь с незначительными утратами и потертостями. После снятия пожелтевшего лака раскрылся совсем иной, более холодный общий тон работы. Внизу полотна открылись справа и слева цветы, невидимые ранее из-за поздних записей. До реставрации фон выглядел единой плоскостью, после нее появилась глубина и стали различимы каменные плиты грота. Произведение создано в лучших традициях школы Леонардо да Винчи. Мягкая прозрачная светотень, моделирующая форму, изысканная сдержанность цветового решения, легкая полуулыбка, таящаяся в углах губ героини.